Трехлетний ребенок погиб в Махачкале под колесами «Газели». Трагедия произошла накануне вечером. 23-летний местный житель за рулем автомобиля, двигаясь задним ходом, не заметил мальчика и наехал на него. Ребенка с различными телесными повреждениями доставили в больницу, где он скончался. Отметим, что за прошлую неделю на дорогах Дагестана произошло 24 ДТП. Один ребенок погиб и 31 человек получили ранения. Учителя из 20 муниципалитетов республики пожаловались на невыплату зарплаты за декабрь прошлого года. Об этом на совещании у Сергея Меликова сообщил в РИУ министр образования и науки Яхья Абучаев. Самая сложная ситуация в Ногайском районе, где зарплату за декабрь недополучили около 400 педагогов. Перерасчеты выплаты оставшейся части будут произведены после анализа фактически сложившейся задолженности, говорится в сообщении. В Дербенте задержали воров строительных инструментов. Они украли рабочий инвентарь на сумму 20 тысяч рублей, проникнув в дом местного жителя. Полицейские задержали злоумышленников, которые признали свою вину. Грабители рассказали, что вынесли из дома строительные инструменты во время ремонтных работ. Возбуждено уголовное дело. Временное отключение газоснабжения ожидается в Махачкале 15 февраля. Это связано с выполнением ремонтных работ на газопроводе. Отключение коснутся поселка Семендер, улицы Театральная, Кавказская, Грозненская, а также района ОПХ Кировского района столицы. Ремонтные работы будут проходить в обеденное время с 10 до 14.00.